Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу рассказать, как вот, например, из старой наволочки или просто ткани оставшейся. У меня вот осталось от внутренней стороны покрывал. Это вот тоже от чего-то оставалось. Не знаю вообще из-за чего. Можно сшить вот такие, сюда набить прямо подушечки, всунуть. Здесь вот так оставлено. Зашить потом. А эту можно сменить на какой-то подушечке. Даже в сад. И дома у меня маленькие подушечки тоже есть. Такая подушечка у меня есть, ортопедическая маленькая. Вот просто там вообще даже от старой все осталось, от большой. Углы вышаркались. И я вот такое вот шила. Где-то еще одна такая наволочка была, надо найти. Может быть, уже и выбросили давно. Вот только отгладить и использовать.